Итак, ребята, сначала делаем танец. Танец робота. Танцуем. Так, робот, я робот. Все, потанцевали? А погнали теперь, все, прыгаем. Понеслась! Бак, давай, да, да! Ох, 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 сейчас хорошо будет, хорошо будет! Так, вот, вообще супер, ребята, это будет рекорд, мне кажется. О, куда я улетел? Вообще, куда я залетел, ребята? Да, нет, не задел! О, что это было? Я ничего вообще не вижу. Вот это удар, такого у меня вообще ни разу не было, ребята! Всем привет, ребятки! Вы на канале Cool Games, и сегодня я решил снова размять свои кости в симуляторе падений в Roblox. Давненько я уже здесь не был, давненько не прыгал с такой огроменной высоты. Чувак, тортики не помни свои, только там бах! Чувак, да, немножечко подскользнулся, но ничего, нас сейчас тоже ждет такое. Итак, ребята, я пока что нахожусь на самой первой локации, 7-й уровень, и нужно подсобирать денег, чтобы подняться еще куда-нибудь выше. Ну что, вы готовы прыгнуть? Я уже давно готов. Все, берем разгончик и понеслась! Так, 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 еще разгон. Давай, давай, нам нужно максимально больше костей переломать. Так, давай, дальше. Нет, но... Ну, вроде тоже неплохо. Сколько денег? 304. Нет, это слабенько. Это как-то слабовато. Итак, нам нужно что-то делать. Так, я долго буду собирать деньги, поэтому давайте отправимся в магазинчик. И здесь что-нибудь прикупим. Подожди, это не тот магазин. Давайте вот сюда зайдем. Ага, вот сюда. Что у нас здесь есть? Так, у меня почему-то не отображается, у меня уже и так 2x деньги должны быть и должно быть двойная гравитация. И супер перки какие-то я там купил, которые не знаю как работают. Но мы сейчас давайте возьмем временно на 10 минуточек вот за 25 рубаксов вот эту штуку. Это получается открыт лимит на перелом костей и наверное возьмем 5x так гравитацию. Может, нет, давай 3x. Деньги за перелом за 75 рубаксов тоже возьмем. Так, насколько это мне дается? Не знаю, насколько. Кстати, по времени. Ладно, все, погнали. Погнали, теперь попробуем прыгнуть. Что из этого получится? Вон сверху мне показано. Ага, безлимитные кости. И деньги. На 10 минут все далось. Все, хорошо, посмотрим, сколько я сейчас могу заработать. Давай прыгнем только где-нибудь. Вот здесь. Давай. Депчик. Все. И то я заработал здесь 12 тысяч. Понимаете это? Я представляю, что сейчас будет. Я представляю. Если я прыгну хорошо. Так. Так. Ну, честно, мне эта локация не очень нравится. Все. Давай. Уху. Понеслась. Вот это сейчас пойдет. Давай, ударяйся. Так. Я слышу. О, так. Нормально. Потемнело. Все посветлело. Бах. Сколько? Это мой рекорд, конечно. 300 тысяч. Хотя это прыжок был не самый лучший. 300 тысяч. Ребята, хорошо, мне это уже нравится. Мне нужно собирать 2 250 000, чтобы открыть новый уровень. Не на шпага. Опа, вы видали? Как я кручу? А? Смотрите, умеете так? Это тверк, ребята. Так, хорошо, нужно аккуратно здесь ходить. Потому что двойная гравитация... А где оказался? Почему-то меня решили вниз закинуть. Говорят, ты там вообще не можешь ничего. Иди-ка вниз. Ладно, вниз. Вроде здесь даже еще и лучше прыгать. Но это не точно. Давай, пробуем вот здесь. Погнал. Давай. Ох, сейчас пойдет хорошо. Нет, давай вниз. Нет, застрял. Или все-таки упаду. Подожди, а перки у меня... Я их использовал, не могу сейчас... И все равно 72 тысячи, хотя прыжок совсем слабенький был. Эй, чувак, хватит танцевать. Ладно, давай я потанцую. Итак, ребята, сначала делаем танец. Танец робота. Чика, опа, давай. А че мутант какой-то, чувак здоровенный? Танцуем. Так, робот, я робот. Все, потанцевали? А погнали теперь, все, прыгаем. Понеслась. Бак, давай, да.
Ох, 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 сейчас хорошо будет, хорошо будет. Так, вот, вообще супер, ребята, это будет рекорд, мне кажется. Да, 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 вот это, об эту скалу сейчас очень больно будет. Да, готово. Нет, это не рекорд. Сколько? 187 тысяч. Плей. У меня 840. Так, ну, 2 миллиона. Мне нужно выше забираться. Ладно, давай сейчас прыгну отсюда еще и пойду выше. Все-таки нужно с большей высоты это делать. Погнали. Так, так. Давай. Нет, нет, ну как ты застрял? Ну как ты застрять мог здесь? 39 тысяч. Выбираем нашу самую верхнюю локацию. Седьмую. Погнали. Так, плей. Давай. Все. Лес, здесь мне больше нравится природа, но здесь очень скользко. Главное не подскользнуться и не удариться. В скобочках нет, мне нужно удариться здесь. Обязательно нужно сломать как можно больше всего. О, хорошо было, хорошо. Давай, падай вниз, падай, падай, падай. И здесь чуть-чуть, наверное, что-то. Ох. Ну, ну так себе, 128. Ну тогда мне понравилось за 300, когда я сделал. Что? Давай аккуратненько попробуем пройти здесь и не упасть. Это вообще реально? Нет, что? Что было только что, плей? Так. Так, так. И опять где-то я вообще не... Почему меня куда-то кидает? Или здесь я был? Ладно, понеслась. Так, давай, давай, ну максималочку сделай ты, разгон побольше. Давай, 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 есть, есть, должно быть круто. Так, перки у меня не работающие. О, перк есть, фейерверк, перк. Опа, еще вверх подни. О, куда я улетел? Вообще, куда я залетел, ребята? Вот это будет рекорд, по-любому. Главное, чтобы он на месте не застрял, а полетел вниз. Пожалуйста. Так, да, давай, давай, да, да, да. Есть, есть, это будет точно рекорд. Ну-ка, оу. Давай, чувак, я тебя обогнал. Да, вроде обогнал. Ну, это не рекорд. 520 тысяч, это не рекорд, рекорд. Почему? Ну, по костям, может, не совсем рекорд. 520 тысяч я заработал на вот этом прыжке. Нормально. Вообще. Это мой перк. Да, сработал. Хорошо, остальное... О, еще один перк через 2, почти 3 минутки будет тоже готов. Все, погнали прыгать дальше. Я не знаю, где я нахожусь, подожди. Я здесь был раньше вообще? Так, это еще ниже где-то я нахожусь. Давай лучше опять пойдем на карту. Где мне? Это шестая, пятая локация? Какая? Шестая. На седьмую мне нужно. Зачем мне это пятая? Ой, шестая. Давай. Здесь повыше все-таки будет. Понеслась. Прыжок. Да. Давай. Все, давай. Да, нет, не задел. О, что это было? Я ничего вообще не вижу. Вот это удар. Такого у меня вообще ни разу не было, ребята. Жесть. 840 тысяч я заработал. Ничего себе. 8 тысяч костей переломано, что? Потому что лимит снят. Это нечто. 2400. Так, у меня хватает, в принципе, на новую локацию. Давай. Давай-ка откроем ее. Восьмая. Покупаем. Погнали посмотрим, что там. Давай. Так, где я буду? Опа. Опачки, ребята, моя новая локация. Так, заборчик установили, чтобы здесь кто-нибудь нечаянно не упал. Но, мы специально здесь падаем, нам не нужны эти заборчики. Давай посмотрим, подойдем. Очень-очень страшно, очень высоко. Смотрите, вон там, где елочки, те я там был, а теперь я здесь. Ну что, будем ставить еще рекорд? Давай. Разгончик побольше. И прыжок! Уху! Понеслась! Давай, 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 давай! Бах! Еще! Бах! Да! Так, 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 давай, давай, нет, что-то слабовато! Давай, еще, еще! Ух, что со мной произошло? Сколько? Слабенько, 139, совсем слабо. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, а если я на эту лестницу залезу? Давай. Так, так, ребята, а я сейчас попробую отсюда прыгнуть. Ну-ка, 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 забираемся на самый верх.
Итак, смотрите, где я. Смотрите, где я нахожусь. На огроменной высоте. Ну что, давай-ка отсюда и прыгнем прям. Понеслась. Воу-воу-воу, где мой парашют? Бэх. Так, удар, есть. Летим дальше. Давай. О, хорошо. Продолжаем лететь, но тут уже мягкая земля. Уже не очень круто. И хорошенький бы удар еще. Сколько денег? Ну, 300 должно быть, я думаю. 200. Слабовато, 200. Ну, что ж это такое? Нам нужно еще выше забираться. Давай вот отсюда попробую сейчас. Прям вот так. Опа, о! Вот это на шпагате прям как-то полетел я. Но как-то очень мало здесь скал нормальных. О, ох ты, все фиолетовым стало даже. Это был хороший удар. И сейчас будет хороший. Такой, ну, нормальный. Сколько? 293. 293. А сколько мне нужно денег для новой локации? Нужно посмотреть будет. Давай вот отсюда теперь прыгнем. Как они так прыгают высоко, непонятно. Давай. Понеслась. Вот прямо отсюда попробую. Опа. Что из этого? Ой, снег. Мягкий очень снег. Вот скалы. Давай. Еще, да. Лети дальше. Лети, не застрянь. Нет. Ну да, и так поза неплохая. Сколько? 179. Почему-то мне на этих локациях так круто не получается прыгнуть, как на других, которые пониже находятся. Давай прям вот сюда. Сейчас опять об снег этот мягкий. Ледик. Но ледик должен быть твердым. Так, чуваки здесь падают нормально. Эй, привет всем! О, хорошо, зашло. Хорошо. 239. Ну что, мне осталось 50 тут секунд действия моих бонусов, поэтому нужно срочно быстренько все делать, все прыгать. Кстати, перк загрузился там мой? Да, загрузился перк. Я не знаю, что он делает, я нажал на него. О, а что-то со мной, что со мной? Замедление какое-то произошло. Это перк так сделал? Воу. Всем привет. Так, 209. Ну, что-то пошло слабовато все равно. Так, я успеваю еще? Я успеваю. 12 секунд осталось до завершения бонуса лимита костей. Оу, и я как-то не очень... Что? 355, вот так просто упал, 355 тысяч. Нормально. Все. А, еще деньги еще. 6 секундочек есть, 6 секундочек, 3 секундочки, я должен упасть, успеть. Нет, бонус деньги закончился. Сейчас посмотрим, сколько без бонусов я заработаю здесь. Ну. Ба-бам. Отдыхаем. 42 тысячи. Вы представляете, сколько без бонусов? Очень мало, ребята. Давай посмотрим, сколько мне нужно денег. Мне нужно 3,5 миллиона, чтобы открыть 9 уровень. Ага. Короче, нужно еще постараться. Ну, а на сегодня, ребят, я думаю, на этом можно и закончить. Мы и так открыли новый уровень, подсобирали еще так неплохо деньжат. К следующей серии я открою следующий уровень, и, наверное, мы еще 10 уровень тоже откроем, и пойдем уже на новую локацию. Ну и, конечно, мне нужно будет бонус опять покупать какой-нибудь с костями. Кстати, кто знает, напишите, какой лучше купить бонус. На этом все, ребят, ставьте лайки, если вам нравится этот режим, и вы хотите, чтобы я почаще в него играл. Также не забывайте подписываться на канал. И до новых встреч, друзья. Всем удачи и пока-пока. Ну а я, конечно же, пойду еще переломаю себе несколько косточек. У-ху! Понеслась, сальтушки!